Ваф, ваф. Что, зайчик, плачешь? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Успех подобного рода сказок, я имею в виду русских народных с участием зверей, очень часто зависит от того, насколько ты стараешься изобразить смешные разные голоса. Иду на пятах, несу косу на плечах. Не плачь, я твоему горю помогу. Русские народные сказки такого плана, в них постоянно встречается рекурсия, потому что создавались с целью усыпить ребенка. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Алиса, включи сказку «Заюшкина избушка». Включаю. Сказка «Заюшкина избушка». Читает Noise MC.